Привет, ребят. Иду в магазин. Сегодня дождь идет очень. И так мерзко. Все, смотрите, холодно. 14 градусов. Ну, не смотрите, у нас же в Стамбуле как? 14 градусов, а это холодно. Как плюс 5. Понимаете, 14 градусов дает. Из-за влажности. Влажность же большая. А летом точно так же. Если 25 градусов тепла, то это показывает как 35-40. Из-за влажности все это. Ой, такой дождь. В общем, я хочу что сказать, ребят, пока до магазина не дошла. Кто хочет сотрудничать со мной, у меня под каждым видео есть в комментариях мои эти соцсети. Буду рада всем. Пишите туда. Лишние комментарии не пишите. Это все попадает в спам. Хоть я и читаю спам, но из спама комментарии я не вытаскиваю. Они все там остаются. Я их просто удаляю. Их не надо вытаскивать из спама. Они должны там быть. По какой-то причине лишние комментарии, то, что вы неправильно написали, попадаете в спам. Поэтому их не нужно оттуда вытаскивать. Их удаляйте. Пишите, читайте, но удаляйте. В общем, для сотрудничества, пожалуйста, пишите, заходите. Есть и в Одноклассниках, и в этом ВКонтакте. И в Фейсбуке я есть. Иначе мне нужно написать. В общем, я начну базар делать свой. Сын подойдет через 10 минут. И потом это. Ничего такого сегодня хорошего здесь нету. Все разобрали по скидкам. Мороженое посмотрю. Ну-ка. Нет, нету мороженого. Все, лето кончилось. Мороженого нету. Все, ребят, надеюсь, мы с вами договорились, да? Лишнее не писать. Лишнее все на Одноклассники, на контакты, на это, туда-сюда. Под комментарием в видео пишите только то, что вы увидели в моем видео. Про еду, значит, про еду. Про одежду, значит, про одежду. Про дружбу, значит, про дружбу. Про еду, значит, про рецепт. Все, что вы хотите написать лишнее, заходите в соцсети и там оставляйте. Все, ребята, пошла закупляться буду. Давайте, пока, до встречи.